Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Не удержался, решил похвалиться. Гуси, стадо мое основное. Сейчас покажу ремонт их. Подготовленные, практически подготовленные к вступлению в активную жизнь. Секунду. Так, вот наш ремонт. Это все вылупилось из местного, так скажем, яйца за несколько раз. В общей сложности в этом году у меня там штук 100 добавилось. Видите, поперевозили, уроды. В принципе, не критично особо. Но чтобы старшие не поклевали младших, лучше пускай они будут у нас в разных, так скажем, местах. Значит, что я хочу отметить. Первый выводок был самый хороший, да, в принципе? Да. Не, ну второй, в принципе, такой же. Да. Вот первых два выводка. Третий не очень хорошо получился. Ну, по большому счету, значит, по кормежке. Ну, это я их загнал, они у меня... Если ходят, у них вот то есть такой... обладают неприятной особенностью бродяжничества склона и не возвращаются домой. Соответственно, надо их, если пасти, то пасти. Иначе разбредутся, потом не найдешь. Так, вот это второе поколение. Первое, второе, сейчас покажу. Так, это последнее поколение. Вон мама, видите их? Значит, ну, они вообще инкубаторские были. Мама высидела троих там, по-моему. У нее яиц не было, позабирали. Третьи что-то вообще не очень получились. Возможно, проблемы... Скорее всего, проблемы с влажностью в инкубаторе. Но все равно выводок был 50% выше. Если первое было 80% яиц от заложенных, второе 70%, этих 50% вылупилось. Видите, охранник, это капец. На, укуси. Стесняешься? Что я хочу сказать. Гусята растут нормально. Единственное, в следующем видео, там будет видео, рядом с этим, о том, как я у них, у старших признаки появились непонятной какой-то болезни, скорее всего, коксидиоза. Мы их пропоили, я покажу чем. Сейчас это вы увидите, если захотите, кому будет интересно. Видео будет рядом на канале. А так, ну, в принципе, похвастался. Теперь у меня стадо добавится еще на 100 гусей. Чем они там будут питаться, я не знаю. Зимой будут снег копать, я не знаю, что хотят. Хотя не, вру. В этом году зерно будет дешевое, в принципе, проблем не будет. Что я хочу сказать. Яйцо. А, для инкубационного яйца нормального я через месяц где-то, ну, эти вырастут, чтобы я освободил, уже некуда их садить. Вырастут, они подрастут, и я куплю себе десятка-полтора именно самцов для того, чтобы обновить стадо, чтобы яйцо было нормальное, цыплята. Вот только я купил в том году, докупил левую кровь, так скажем, пустил. Тут же начало инкубационное яйцо хорошее стало. Выводок там, ну, 90% яиц, 95% были с зародышами. Я же говорю, если у меня инкубация прошла, 80% от заложенных яиц вылупились. При этом были зародыши, которые недоразвились как-то, что-то у них там не сошлось. Ну, инкубаторы у нас дешевые, вот эти самые говняные, без циркуляции воздуха, поэтому такие проблемы с ними всегда. Ну, я к тому веду, что яйцо получилось очень неплохое. Я продавал, в принципе, в этом году. Люди, которые покупали по несколько раз, потом еще, ну, я им высылал, им понравилось все. И мне понравилось, он еще мне понравилось, в принципе. Я к чему веду, что в этот год, на следующий год, грубо говоря, должно у меня уже быть инкубационного яйца поболее. Я думаю, будем его продавать, высылать новой почтой. По всей стране можно, по всей Украине, без проблем. Оно доходит, не бьется, потом инкубируется нормально. Так что, в принципе, вполне, я думаю, если все будет нормально, можно будет как-то это дело в плане продажи яйца озвучить. Цена у меня была недорогая, в принципе. Гусята вылупились нормальные. Выводок был достаточно большой, поэтому не стыдно как бы его продавать. Так,
Давайте сейчас я вернусь к основному стаду. Вот, в принципе, с основного стада мы уберем всех самцов, повыбиваем, ну, чтобы они не делали нам кровосмешание. И доберем там два десятка левых каких-то гусят, возьмем. Либо подрощенных, можно подрощенных будет взять. Там, по-моему, половые признаки только на третий месяц видны, да? Так не определюсь. Ну, а кстати, если кто знает, подскажите, как определить в младенчестве гусак или гуска, был бы очень признателен. Потому в трехмесячном проблем нет, определить без проблем можно. Ну как без проблем? Можно, скажем так. Там тоже такое муторное дело. Кстати, есть даже видео, как это делается. Без смотреть, без слез не смотреть, не смеяться. Так вот, для того, чтобы улучшить качество яйца инкубационного, мы уничтожим мужское поголовье и добавим левого мужского, чтобы не было, скажем так, перекрестного этого самого, скрещивания. Все, сейчас гусята, наши гусята маленькие, сейчас пойдут на вылов. Ну как вылов? Мы сейчас попасем, у нас места тут много. Они сейчас побегают, травку пощипают и довольные пойдут спать. Смотри, стадо, а? Это вообще, вот уроды. А сколько ему тем маленьким? Месяц. Уже месяц есть? Они вон между шиферинами влазят внизу. А этим уже два точно, да? И заметьте, вот некоторые огромные есть, а мелкие это те, что под гуской были. Те, что с инкубатора, наоборот, огромные кабаны. А яйца одинаковые, странно, ну как бы так было. Яйца одинаковые. Да, и что заметил? Влажность. Чем выше влажность была за весь срок. Ну, короче, окна запотевшие были на инкубаторе весь срок. И тогда были классно. И гусята лупились. 80%. И выводок, да. Я же говорю, 80% точно выводок был. Потом стало пожарче уже. И уже, ну, с пол окна, грубо говоря, была запотевшая, пол нет. Смотри, это самый наглый. Этот хан залез. И все. О, пацан. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Вот такое гусиное царство можно вывести буквально при желании, буквально за год, без особых проблем. Всего доброго, до свидания.